В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Grizzly Ryu. Парень очень старается, у него много интересных видео, например, топ-5 карт в режиме бомба, открытие 10 кейсов, выпадение ножа, прохождение карты Бхоп и так далее. Ссылка на этот крутой канал будет в описании, перейдите, подпишитесь, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у меня будет мега-дуэль. Вы не поверите, но сегодня один мой подписчик мне написал в ВК. Кент ПК, ты нуб. Кент, я тебя нагну и так далее. Короче, этот парень мне просто угрожал, что он меня там порвет на части и так далее. Я, ребята, как настоящий мужик, решил вызвать его на дуэль и при этом записать видео. Ну что ж, поехали! Давайте я ему напишу гоу, чтобы все было по-честному, и мы начинаем. Ох ты мой сладенький. Ничего себе! Так, ладно, кентуха, чё-то расслабился. Чё-то мне он вообще навалял, еще пишет изи. А ну-ка, ну-ка. Вот этот негодяй, вот негодник убил кента. Ща ему покажу, как это изи. Сейчас я ему покажу, как это изи кента убивать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как он по мне попал? Так, ладно, а ну-ка, давайте куда-то сюда отойду. И кента снова убивает, ребята. 0-2. Мне кажется, что я проигрываю по одной простой причине, потому что вы мало ставите лайков. Ребята, пожалуйста, поставьте лайки, возможно, тогда я выживу. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Ого-го, давай, пока, спокойной ночи. Ого-го, давай, пока. Ой, кент нуб, кент изи. Вот так-те, я тебя уже убил 2 раза. Ну, правда, ты мне 2 раза. Так, ладно, ребята, продолжаем, не расслабляемся, потому что это только начало нашей великой битвы. Ай-яй-яй, убил кента, вот хитрец! Слушайте, какой хитрый парень, да? Убил только что кента, и к нам обратно кто-то заходит. Блин, как я не люблю таких людей. Кто это такой, я вообще его не знаю. Надо его, не знаю, а ну-ка, давайте сейчас напишу, а ну-ка, выйди. А ну-ка. У нас дуэль. Я написал этому парню «выйди», и он, кажись, вышел. Ладно, ребята, мы можем продолжать дальше. Поехали. Ох ты, да вы что? А меня этот парень уже ждал. Вот он хитрец-то какой. Хитрый парень. Но сейчас я попытаюсь его как-то убить. А ну-ка. Приветик, как дела? Пока, давай. Ты хороший противник, но тебе лучше умереть. 3-3, в принципе, неплохо. Но это, ребята, только начало большого конца. Он пишет, ты один? Да, я один, конечно, тоже еще. Красные победили! Ну, ребят, ну что за несправедливость? Я убил его, он убил меня, и красные победили. Вообще, это самые обидные моменты в нашем дуэли, это когда я проигрываю просто так. Это вообще законно так проигрывать? Ай-яй-яй-яй-яй. Так-так-так, ребята, очень потная каточка. Прям очень потная каточка. Ну-ка, может я его обойду или нет? Как думаете, обойду этого парня? Приветик. Ага, а его тут уже нету. Хорошо, тогда буду ждать его где-то тут. Да, ребята, я его убил, и счет 4-4. О, пока! И наконец-то настал этот момент, когда Кент ПК побеждает. 5-4. Да, ребята, настал этот долгожданный момент. А ну-ка. Ну, выходи ты ко мне. Давай, давай, выходи. Знаете, как будто на рыбалке. Жду, пока что-то клюнет. Ай-яй-яй, и, к сожалению, в этот раз клюнул именно я. Эх, убили кента. Вообще так хорошо начиналось. Ладно, туда лучше не высовываться. Лучше я сделаю вот так. Ой-ой-ой. Я даже не знаю, с какой стороны меня обойдет этот парень. Но, скажем так, этот парень разозлен не на шутку. И я, ребята, обратно его убиваю. Счет 6-5. Фух, это очень потная катка. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, потому что все-таки это вам не шуточки. Это очень напряженная каточка. Ля-ля-ля, тополя, та-та-та-та-та-та. Приветик, приветик, я иду тебя рашить. О, а ты меня не ждал, привет. Ну все. Счет 7-5, и Кент АПК побеждает. Да-да, ребята, этот парень, который обзывал меня нубом, говорил, что у меня просто выиграет 100-0, в итоге проигрывает. Ну, бывают такие люди. И я, ребята, обратно его убиваю.
8-5! Ну вот так, будешь знать, как обзываться. Так, а ну-ка, ну-ка. Так, мы продолжаем нашу игру. И счет. Это, ребят, мне уже начинает не нравиться, потому что он куда-то пропал. А, вообще, вижу. И сейчас его убью. Да, я его убил. 9-5. Ну вообще, ребята, изи. Так вот, знай, вот парень под ником... А ну какой у него ник? У него даже ник, вообще ника нет, у него просто циферки. 1-2-4, 4-2-5-3, 1-1. Так вот, знай, вот ты полный нуб. Обзывал меня нубом, а в итоге сам проигрываешь. Кто из нас еще нуб? Так, а ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно, ладно, один раз ему можно меня убить, но сейчас я попытаюсь его добить. Ну, крайне маловероятно то, что он победит, у него очень маленькие шансы, но все-таки они тоже есть. Поэтому давайте я его сначала убью, а потом уже буду радоваться. И, ребята, вы не поверите, я убиваю его, он убивает меня, но обратно побеждает именно он. Это называется несправедливость. Да, ребята, я победил, не может быть, я убил этого негодяя. Да-да, он именно негодяй, потому что он меня обзывал, он на меня клеветал, и в итоге он сам проиграл. Так вот, братан, знай, ты сам самый настоящий нуб. Ребята, надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, мне будет очень приятно, если вы меня поддержите, напишите какой-то хороший комментарий. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока.